12 июня, в День России, на выставке достижений народного хозяйства открылась выставка «Символы Отечества». Ее организаторами выступили Росвоенцентр и дирекция военно-патриотического проекта «Армия и общество». Во время торжественной церемонии открытия было зачитано приветствие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, в котором он особое место отвел важности патриотического воспитания граждан нашей страны. Приветствие зачитал заместитель министра обороны Николай Панков. Главная задача выставки – рассказать о смысловом наполнении и исторических корнях российских государственных символов, геральдических знаков, гербов регионов и городов России. Также важное место в экспозиции уделено истории формирования государственных символов, возрождению исторических и национальных традиций России, воспитанию гражданского самосознания и патриотизма. Одним словом, посетители могут увидеть все то, что отображает величие и неповторимость нашей великой Родины. Центральный спортивный клуб армии подготовил для выставки обширную экспозицию, которая посвящена истории армейского спорта, его наиболее ярким представителям, а также триумфальному выступлению спортсменов ЦСКА на зимних Олимпийских играх в Сочи. Как известно, спортивные победы объединяют нацию, пробуждают чувство гордости за страну. Все это создает благоприятную атмосферу для успешного решения многочисленных задач, стоящих перед обществом и государством. Выставка «Символ Отечества» проходит в павильоне номер 57. Она будет работать до 15 июня.